Кыргызской республике высокий уровень лекарственно устойчивого туберкулеза, который тяжело и долго лечится. Раньше у пациентов было мало шансов выздороветь. В 2014 году мы впервые столкнулись с тем, что применяемая в Кыргызстане стандартная схема лечения крайне неэффективна. Более того, она очень длительная. Это от 24 почти до 28 месяцев приходится лечить таких больных. Тяжело переносится. Очень много побочных действий от этого лекарства. И мы встречали очень часто отказы от лечения, неэффективность этой терапии. И была очень высокая смертность. Практически больные с широкой лекарственной устойчивостью у нас они не излечивались. С 2017 года USAID помогает Кыргызской республике внедрить новые методы лечения. Теперь схема подбирается для каждого пациента путем назначения либо 9-месячного курса, либо при более сложных, почти неизлечимых ранее формах туберкулеза индивидуальной схемы с новыми лекарствами длительностью до 20 месяцев. Благодаря проекту USAID для каждого гражданина Кыргызстана, болеющего туберкулезом, появилось светлое будущее. Мы имеем возможность вылечить практически каждого человека и вернуть его родную семью, вернуть его к его детям. Излечение жакшы бүтөт экен, абатилирование батрак болот экен мында дагы. Я заболела устойчивой формой туберкулеза, шилуу форма. В 2015 году я начала лечение по старому проекту. Год и 3 месяца пролечилась, пила 25 таблеток, но так и никакого результата не получила. И благодаря новому проекту с новыми лекарствами я вылечилась. Сейчас вернулась к нормальной жизни. Со здоровьем все в порядке. Надеюсь, так и будет дальше. Негизи лечение ус июнь айынан башталды, а бирок жаңы дарыларга сентябрдан баштап кошулуп калдык. Ошол боюнча мына азыркы вакытка уже 1 жылдан ашык вакыт өттү. Бирок балам Кудайга шүгүр айыба кандай жакшы, мурун буту басчу эмес, азыр буту басып калды. Басмак тургай уже чуркап жүрөт, өзүн айыба кандай жакшы сезет. Мурунку ахвалы менен азыркы ахвалын салыштырганда балам мурун аябай слабый болчу, жашоого интерес жок болчу да, азыр болсо кадимкидей болуп калды. Вся семья заболела. Вначале муж с сыном, потом уже и дочка с внуком. Что здоровая вся моя семья, это я прям Бога благодарю, что все прошло от этого. Вот я прям я не знала, что делать. Как в черном мешке. У вас туберкулез, да, шок болуп калдым, өзүмө келе албай, бир сааттай отуруп ыйлап өзүмдү жоготуп койдум. Башына кыйналды, кыйналып, рвоталар болуп, анан кийин уже көнүп башташты. Адам баласы баарына көнөт экенде башыма түшсө. Балдар майыкканына миң мертебе ыраазычылык, эң биринчи Кудайыма рахмат айтам, врачтарга. Ушундай дарыларды чыгарып, болезнди айыктырганына ушунчалык ыраазымын. В моем опыте уже есть пациент, который выздоровел, уже снят с учета. Сейчас работаю с другим пациентом. Он находится очень в тяжелом состоянии, лежачий. У него помимо этого еще другие заболевания, пролежные, B20. Поэтому я каждый день хожу ему и ношу лекарства. Спецработники, вот Наргуль, она мне помогла. Я думаю, если бы не она, меня бы, наверное, сейчас живых не было. Вот так, в прямом смысле. Препараты очень хорошо помогли. Она каждый день ко мне приходит, она выбивает все для меня. Не знаю, клянусь, если бы не она, я правда бы с голоду умер. Вот спасибо ей. Меня нашел курагучу орусу, меня 1,5 жылдан бери жауркап келем. Буга чейин дарыны диспансерге күндө келип иччимин. Мага келип кетиш кыйын болчу. Маршруткада, автобуста кыйналып, кускум келип, 1 саат жол жүрчүмүн. Анан мага ушу USAID компаниясы ушу телефон берген, ушундай условия түшүп берген. Бир жуманы дарысын бир алам, үйүмдө отуруп ичем, эч жака чыкпайм. Ошо WhatsApp аркылуу жөнөтөм медсестраларга. Эгерде кимде ким ушул оору менен жабыркап жүргөн болсо, дарылангыла ушундай кылып, биз бул курагучукту жеңебиз, сөз жеңебиз. За 2 года более 1000 пациентов начали новые курсы лечения. Они доступны во всех регионах Кыргызстана. Вместе мы искореним туберкулез.